Всем привет! Меня зовут Вадик Ветра. Мы сделали с родителями целую книгу про очень любознательную профессию. Догадались, какую? Тревел-блогер! Сегодня мы станем настоящими тревел-блогерами! Тревел-блогер – это человек, который путешествует и рассказывает о своем путешествии в своем видеоролике. С чего начинается путешествие? С идей! Сейчас я скажу, куда нам отправиться. Отлично! Северный полюс! Но сначала покупаем билет на самолет. Собираем вещи в рюкзак. И, конечно, берем с собой камеру. Северный полюс – это ледяная пустыня. Северный ледовитый океан покрыт льдом с трехэтажный дом. Здесь очень холодно. Зимой минус 40, а летом 0. На Северном полюсе живет моржи, морские котики и северные олени. И, конечно, белый медведь. Он один из самых крупных хищников на планете. А теперь давайте послушаем, как он рычит. А теперь послушаем, как разговаривает медвежонок. Медведь может тоже путешествовать, только не на самолете, а на льдине. На сегодня это все. Более подробнее вы можете узнать в моем журнале тревел-блогера. С вами был начинающий профессии тревел-блогера Вадик Ветров. Всем пока!